Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Атмосферные процессы перестроились. Циклоны покинули Сибирь, а от Урала до Байкала быстро набирают силу огромный морозный, но солнечный антициклон. А теперь о погоде более подробно. В понедельник, 20 ноября, в Новосибирске небольшой снег со слабой метелью. Ветер западный 3-8, порывы до 14 метров в секунду. Идет дальнейшее похолодание. За окном в темное время суток 6-8 градусов ниже нулевой отметки, дневная температура составит минус 4-6. Спонсор прогноза погоды – магазин якутских хунтов LA. Обувь на любые морозы. Держите ноги в тепле. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения в любую погоду.